16 сентября на территории парка «Россия. Моя история» состоялся квест «Курская дуга». Погрузиться во времена Великой Отечественной войны омским школьникам и студентам предложили представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Проверить и улучшить свои знания о самом крупном в истории танковом сражении в селе Прохоровка и других событиях Курской битвы смогли добровольческие отряды Омска и некоторых районов области. Ребята проходили станции, выполняли задания, примеряли на себя различные военные профессии. Наша задача была расположить мины так, как было поставлено условие. То есть во время Великой Отечественной войны на километр располагались 144 мины. И нам нужно было рассчитать без калькулятора расстояние между двумя минами и расположить их ровно на этом расстоянии. Мне квест очень понравился, все экспонаты были очень интересные, и сам квест захватывающий. И я очень хочу посетить это заведение еще раз. Почувствовать сопричастность к событиям Курской битвы ученикам квеста как нельзя лучше помогли экспонаты исторического парка, проекторы и сенсорные столы с фото-видеоматериалами и реконструкцией сражений. Это своеобразное погружение еще более глубже в историю, потому что бывает такое, что ребята стоят и ждут какую-то команду на станции, они оборачиваются, вокруг них живая история, все двигается, все очень интересно и действительно круто. Ребята здесь постоянно очень-очень приятно проводят время, они часто ходят на экскурсии сюда, которые устраивают для нас исторический парк после квеста совершенно бесплатно для ребят, за что мы им, конечно же, очень благодарны. По результатам прохождения станции командам, набравшим наибольшее количество баллов, вручили дипломы. Лучшими в квесте оказались ребята из Кормиловки.